Дороги сельского района находятся под строгим контролем районного руководства. На сегодня изношено около 45% дорожного полотна. Для решения проблемы ежегодно из областного бюджета выделяются средства. В прошлом году было выделено 140 миллионов тенге, из них 88 миллионов на дороге города Исиль. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем. У нас есть разработанный проектно-сметной документации по программе «Аул Ель-Бесега», которые направлены также в уполномоченный орган. И вот то, что с областного бюджета, я могу вам сказать, что у нас сегодня поддержано уже дополнительно на сельские населенные пункты. Это средний ремонт по селу Жанаспай, это 24,5 миллиона тенге. На село Красивое 10 миллионов тенге. Знаменка 31,8 миллиона тенге. Юбилейная 19,4 миллиона тенге. На ремонт дорог в селе Бузулук выделено около 29 миллионов тенге, село Акурское – 39,5 миллионов. Данные средства будут направлены на ремонт основных подъездных путей к населенным пунктам. Запланированы ремонтные работы и в районном центре. По городу Исиль у нас есть южная часть города, да, это называем там промышленная зона, в которой проживает порядка 30% населения города. Есть улица Промышленная, бывшая сейчас улица Вондрес. На нее выделено 106 миллионов тенге, выделено на то, чтобы эту улицу привести в порядок, положить асфальтовое покрытие. Кроме этого, вопросы были у нас. В этом году мы постелили асфальт в сторону нашего агротехникума. Да, агротехнику постелили по улице Жабыла. До конца проект не был доведен, то есть те деньги, которые выделяются, они были освоены. Жители села Орловка недовольны качеством дорог. Киркебуан Баяхметов сообщил, что ремонт дорог и укладка щебня в селе включены в план на следующий год. Назира Балташева, Фариза Асылбекова, Медет Кайркенов, Амир Куйшибаев, Кукчи Акпарат.